Да ладно! Что, Дим, решили? Прячу за кусты и сюда, и у кого-то. Сань, тут не глубоко же было уже, да? Где у нас там точка, вот на этом дереве точка была у нас. Как его вывалился, забрался? А я вообще, даже он не ломался, вообще ни капли. А вы уже пытались? Ну, здесь у нас на соревнованиях точка здесь была. Диме только дай это, предложи, да? Что-то он не пошел. Глубоко, наверное, да? Я думаю, он только этот замочил. Глубоко. Я думаю, вот подружка мне там. Не, вот так. Ну вот это что, глубоко что? Нет, там поднимешься? Я спал. Не глубоко. Не глубоко. Ну вот сколько у него высота колеса? Метр 30. Загнали Димку. Ты мучается. Иди ему говори. Право, влево, сильный газ вырос, отдай. Ну вот хоть нормальный лужик, где Диман может это самое, немножко подумать. Вот советчики пошли, советчики пошли. Да, давай сейчас. Левее, правее. Леточком заехал. Ну там дубины такие, ветки, она не может заехать, потому что. Вот ты сейчас прям на ветку так висел. Смотри, с лодки стекает. С лодки я попрыгал по деревьям. У меня там уже лодки. Дырки уже. Вода, да, заливается. Я уже чувствую на бок это. Слушай, нам нормально набирает вода, да? Ну конечно, я ж не говорю, я уже как и говорю. Тепленькая пошла. Виноват. Сейчас посмотрим, что я тут пробил. Так. У меня рычаг из рамы вышел. Домой-то, не в воде сидел. Все по-серьезному. А? Сейчас сольется вода, увидишь. Рычаг из рамы? Да. Это рвало. А там? Да, слушай, много трубы. Из трубы вырвало. Косынка, рычаг, уголок приваренный. И вы, как сзади, так спереди вырвало. Я сзади уже, вырвало, да. Я усилил, там перемычку поставил. Сзади, просто там сейчас ездил. А сейчас спереди. А, вот это рычаг сейчас, да? Нагрузка. Ну да, сейчас сольется вода, увидите. А, ну я вижу, уже вот рычаг это... отошел. Да, отошел. Это, вот эта верхняя часть, которая лежит. Уголок отвалился. Да. А-а-а. Вот почему я стал воды набирать. Назад, когда я стал сейчас выезжать, вся нагрузка на переднюю ось легла. И машина едет, колесо крутится, и рычаг, колесо-то отличается в сторону, да, и в эту сторону. И оторвало.
Да. Вон сварка. Ребят. Сейчас сольет. Вот из этой трубы, вот кусок трубы вырвал рамы, кусок трубы. А, да. Да. Там сзади я перемычки поставил внутри, потому что я на в горку назад езжаю. Там уже теперь не вырывает. Помнишь, я тогда приехал, мне оторвало. С Сергеем Посадом. А. Сереге я ездил, у нас болоть оторвало. Теперь надо здесь сделать. Все. Ну, мне это дом тыка, да? Ну а как же вы хотели-то? Так. Доедет? Я думаю, доедет. Трубу вырвало. Труба-то 50-я, двойка. Вон, легкая, туда. Каркасная. Вот она вырвалась. И надо эти места соединять. Пацаны, там кто на баге, там В12, смотрите. Сразу соединяйте. Иначе удачи не видать. Вон, здесь труба. Надо притягивать ее чем. Да чем ты притянешь-то? Не притянешь ничем, только надо снимать обшивку. А, тут обшивку даже если. Какой это кусок? Нет, нет, сейчас еще передок оторвет передний кронштейн, блядь. Нет, ты тогда езжай давай потихонечку. Ну вперед, если он будет ехать, ничего страшного. Она, я думаю, ну, что... лишь бы это, ударов не было. Ну да, да. Движение колеса пойдет, и она как раз на отрыв. Ломать будет. Да, и ломать будет. Нет, там главное карьера. Не знаю. Ну, давай потихоньку попробуй, да и все. Что... Вот так закрытие сезона, да? БТР сломался. Езжай потихонечку, вот здесь... Да. Смотри, вот там перелески, дорога правее пойдем, вправо сейчас. Надо было вот такой вот уголок длинный приварить на трубу. Ну, да. Я думаю, что вот хватит. А мы все колеса, да? Вот вам колеса. Такую зацеп, конечно, торвил бы эту трубу. Юрка бы их завтра продал бы. Так, кому нужны рисовые колеса, пока я в ремонте? Рисовые? Смотрите, что происходит, я поел. Дим, ты сейчас давай дернешь на ходу, мы посмотрим, как она это будет себя вести. Колеса можно качать, закачай, да. Что-то она мне не хочет выходить, тонет. Там же сразу набралось. Дерни. За это надо ехать. Да, она точно не брала. Да не, она не шевелит. Нет, она не шевелит. Не шевелит. Вообще не шевелит. Вообще не шевелит. Стоит, как стал. Вообще, вот как вырвал, так все и стоит. Потихоньку поеду. Мне еще надо. А, вот сейчас подгибается. Ну, будет она подгибаться. Да, вот сейчас она туда внутрь. И отрываться будет, и ломаться. Да, да. Надо аккуратненько. Если рычаг упадет, то все, я уже разземлюсь. Я ведь ждал, когда она оторвется. Как выглядит каркас дыменной баги без обшивки и как Дима починил баги, вы можете посмотреть в моем телеграм-канале, отсканировав вот этот QR-код, либо по ссылочке в описании под этим видео. Подпишитесь на мой телеграм-канал, будьте в курсе наших оффроуд событий. Едем дальше. Двигаемся! Рисовые колеса делают свое дело. Вот сегодня Чарлик, да? Едет совсем нормально. Да, да. Да, Леха! Он грузовик Чарликом называет? Да. We'll be right back.
Юрок зажигает на заднем, да? Первый раз баги сломалась, а издевается надо мной. Издевается, сволочи, чтобы я там шли. Что, Дим, решили? Прячу за кусты и сюда, и у кого-то. Здесь загружусь и поеду. А можешь к охране туда поставить? Да какая разница, я еще через полчаса приеду. Да, бля, ну сейчас поставишь там, мы оставим у карьер. Вот, ехать, вот сейчас выйдет, вот дорога, вот сейчас 200 метров. Дорога выезжает, и у охраны оставим. Здесь круг разворот. Кто ее возьмет, кому он нужна? Бля, ну нахуй сюда, на эвакуаторе приезжай. А там, ну, ровное место. Да здесь тоже ровно. А туда, если 200 метров проехать-то? Там хоть при... Зачем это? Хоть при... под присмотром будет. Да под какие присмотры? Хоть люди пофоткаются. Чего тут прятать? Ну фиг знает, может здесь это. Что-то придешь, а колес нету. Да. Рисовых, рисовых. А, сюда поставили? Да. Димка спрятал багги в кусты. И мы продолжаем дальше наш маршрут, потому что здесь либо альтернатива ехать где-то примерно 20 километров по асфальту, что не хотелось бы, да, ну, собственно, нельзя на такой машине ездить по допам. Поэтому мы сейчас мчим дальше, замыкать маршрут, и едем за, как раз и мы доедем на точку старта за эвакуатором. Поэтому продолжение следует. Димка, наверное, сейчас стоит и завис. Блин, вот я сейчас это... показал вам. Димка всегда, где ломается, всегда что-то интересное потом идет. А он что, часто ломается у него там? Ну, не часто. Вернуться обратно на маршрут, нам нужно проехать ров. Здесь нигде больше заезда нету, сейчас дорогу везде со всех сторон обкопали. И вот придется сейчас нам нырять, сейчас мы посмотрим, как это будет. Подожди, сейчас он заедет. Вот так отстань. Давай сюда, алло. Квадроцикл Motoland Wildtrak X200 сейчас у нас в розыгрыше, и скоро его разыграют среди подписчиков, которые поддерживают наш канал. Чтобы поддержать наш канал, необходимо приобрести наш мерч в виде наклейки «Квадроцикл» на сайте Тачка Блогера, ссылочка на сайт в описании под видео. Чем больше у вас наклеек, тем больше у вас шансов на победу. А шансы у нас сегодня очень большие, так как всего выпущено 500 наклеек. Как только мы распределим все наклейки, запускаем прямой эфир, в котором определим победителей, которые заберут квадроцикл, и 10 победителей, которые заберут денежные призы. Приобретая наш мерч, вы поддержите выпуск новых оффроуд видео на нашем канале. Всем желаю удачи и приятного просмотра. Газу! 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 Началось самое интересное. Все, наконец-то съехали с пыльной дороги, и начинаются лужи. То, что нужно в жаркую погоду. Первым едет багги. На заднем, что ли, хочет? Не, не получится, Юр. А вот, на полном.
А тем временем-то колею-то здесь растоптал-то хорошую. Лех, я не понял, ты что, очкуешь, что ли? Все снимаем, как есть. Начинается эта часть маршрута, которую ребята называют телефонкой. Здесь кругом одни лужи постоянно, очень интересно. В прошлый раз мы в прошлом году ехали, здесь мы здесь пропилились. И сейчас, я вот думаю, будет очень интересно, потому что как раз можно будет идти ходом, и все машины плюс-минус в одном конфиге. Ну, как все, оставшиеся две. И вот интересно будет смотреть, как баги здесь будут пробираться. Первого пустили Леху, чтобы он пробивал дорогу и насладился маршрутом. Здесь еще классно, что он достаточно, ну, для таких машин проходимый. Баги, да, придется как-то что-то придумать, чтобы проехать. Дровосек. Хорошенько подкинул. Кстати, вот на фоне вот, на вот этой маленькой баги, ну как маленькая, 39-е колеса, это мы уже тут за Москвой зажрались, 39-е колеса, прямые мосты для нас маленькие. В общем-то, на фоне этой баги как раз вот понятен масштаб вот препятствий. Где-то ребята проезжают, они там, ну, собственно, бампер не намочили, а баги уже ныряют прям по капот нормально. Я не прошу. То есть туда выжить, здесь ровно, а сюда был подъем раньше. Стена вот эта. Давай, Олег, на все деньги. Казалось, там лужа будет адовая, как вы в тот раз ночью трубились. А, какая, а меньше, по-моему, воды, да? Тогда, помнишь, прям ныряли там нормально, да, в нее. Что-то с ней стало с этой лужи. То ли тут ездить каждые 5 минут, то ли она обмельчала. Я побуду блогером, мало ли, может, как-то в жизни придется. Похожу, поснимаю. Дайте камеру в руки. Все, держи, надо забирать. Ну как ты тут делаешь-то? А что, запись идет, что ли? Да, да. О, класс. Сейчас я тебе покажу, как профессионально снимать. Так, ребят, сейчас мы посмотрим, как Дима снимает.
Нам на самом деле надо было поменяться. Я поеду на баге, а Дима снимает. Давай будем так прокатиться. Идет, чего ты, продолжай. Хорошая лужица. Бей, бей, туда-сюда. Рулем активнее работай, блокировка не работает. Давай, давай. Мостом упираешься. Все. Куда тебе? Назад, вперед? Я бы назад. Давай вперед. Ты хочешь... Да нет, что, пускай попробуй. А там есть за что зацепить? Вперед. Ну да, за бампер или куда? Вперед. Ну-ка, ну-ка, УЗ, как не слышу, я работаю. Давай, давай. Чтобы выше крыши фонтан летел. Давай долби. Что ты, на третью, чтобы выскочил. А с засады есть. Не говори, блин. Сейчас сварку возьмем, заварим, я здесь. А, ты прям просто потянуть его хочешь, тросом что ли? Давай, тяни. Во, пошел. Эх, баги нету, да? Не говори, уже где этот меня заел, теперь ты еще. Комаров караул. Давай. Да, я поснимаю, не дам тебе. Нет. А, нет, ты не красавчик, ты не красавчик, ты грязнуля. Ну чего, БКТ? Рисую ставишь и все тут победишь, блин. А, двигайся, двигайся. Хватит, хватит, хватит. Давай, давай. Давай, Юра, давай. Давай, давай, Юра. Давай, Юра, пошел. Готов. Чтобы не отцеплять. Блин, слушай, здесь прям жестко. Че, брат, не прокатил? О, ты назад сдаешь? О! Как мы сегодня едем? Нравится? А вам? Нам отлично, все заварено. Да не, Лев, ты так как в стену мостом упираешься, тут бесполезно. Попробуй, что? А это вы попробуйте, да. Да не получится у тебя в разрез. Вот там, там колея какая-то в разрез. Вот там разрез. Ну, здесь будет непросто выпрыгнуть. Ой, блин, комаров пипец. Комаров, смотрите сколько, это просто жесть. Фу. Лёв, вперед, и только вперед. Комары камеру из рук вырывают, что делаешь-то? Что делать, когда комары камеру из рук вырывают? Что ты там хотел сказать-то? Я хотел сказать, что все у нас хорошо. На Extreme Stars только самые мощные, крутые внедорожники. Ребят, не забудьте подписаться. Специально едем, снимаем для вас, чтобы вы кайфанули и зарядились тоже этим позитивом и тоже занялись активным видом спорта, видео оффроуда. Присоединяйтесь к нам. Вот с такого расстояния нормально, а то, говорят, лицо он близко приближает. Вот так может быть держать? Пойдет так, пацаны? Вот так. Не-не-не-не, вот так вот. Все хотят так. Лех пытается выпрыгнуть из колеи. Все, во, и сейчас... Сейчас гораздо сложнее.
Не, в разрез хочет переходить. Вперед, Кутман. Не, поздно. Давай. Во, сейчас зацепишься. Давай. Давай. Во. Короче, он хочет мне На пол шишечки он хочет пройти в этой лужу. А что? Телефонка ошибок не прощает. Он хочет на пол БКТ-шечки пройти. Скажите ему, что я уже туда-сюда мотать. Ну тут как олезли острие. А что он хочет? Ну сам не знаете. Разрез хочет выстроиться. Ну почти что, смотри, поставил. Так, ну вроде получилось у Лехи выставиться. Самое главное здесь успеть отбежать, потому что сейчас, если он будет соскакивать, он нажмет влево, в любом случае газ. Еще влево, вот, еще. Еще. Не, сейчас соскочишь, Лех. Да все, давай уже падай и на лебедке выйдешь. Еще. Лех, успей же глушить, ладно? Чего глушить там? Все, напугал. А, у нее свободно разводка была. А ты ходил, все ходил с ней. Прошел. И все, закутался. Комары здесь дикие, вообще просто жизнь. Нет, просто мы их подняли с кустов. Полно. Так, ну что думаешь, шансы есть? Я думаю, да, ходом. Машина тяжелая, да он пролетит. Юрка решил на бис. Вам, бля, все огненная вода делает, да? Заварка, бля. А? Заварка и огненная вода. Вот. Не, про огненную воду не надо не говорить. Надо. Там лужа такая есть, мелкая такая. Вот. Я думаю, надо местами посмотреть, нет, как зел там. Сейчас идет, как посадские просят. Как все для них. Просят воды. Сейчас поменяемся, посмотрим. А все уже мы никак. Как? А то УАЗик, разгорячок. Нет, ты не понял, Лёв? Чё, Олег поехал здесь? А как он тут? Не проезжен здесь. Он технически хочет показать. Слушай, а приколи, проедет. Да ладно! Как ты это делаешь, а? Ты же просто вообще монстр. Красавчик. Сильно, да? Без блокировок, прямые мосты, блин. Мы на них молились, да. Сколько весит машина у тебя? Не знаю. Не взвешивал? Ну а что тут весу никакого? Тут что-то начали уже переживать, что лужи все высохли. Нет, они не высохли. На самом деле очень интересно здесь ехать. И мне на самом деле нравится, как едет с нами багги, вот эта маленькая. Без блокировок, без там порталов. Вообще молодец, технично. За счет узкой базы, вот видите, ему не получается в разрез пройти и зацепиться за счет тракторов. Так, еще лужица. Какая она глубиной, мы не мерили. Идем наугад. А вот поворот. На вот этом повороте, да, глубокая? Лёх, ну чё, как тебе первая вот эта лужа? Нормально. Заехал и всплываешь в полный салон воды, вон. Да? Там по КПП. А чё, вот она была. Ну да. Не зря всё-таки мы сюда свернули и завершили маршрут. Чтобы не по калиям скакать, по сухим. Для разнообразия.
Веселиться не будем? В решетку не надо, сейчас решетку помнешь. Не надо, не надо, давай спилим, сейчас решетку помнешь и фару загнешь. Ты себе взяла еще не хочешь? Че? Взяла? Взяла себе не хочешь? Взяла сразу. Я все хочу, когда это все делать. Здесь вроде лужицы мелкие, но... Но впереди нас ждет интересная лужа. Она такая с поворотом, там будет еще диагоналочка. И там будет интересно посмотреть, как занырнут машины. Хочешь прокатиться на самом проходимом внедорожнике Баги БТР? Прямо сейчас переходи на сайт тачка-блогера, приобретай наклейку с этой Баги, всего ее будет, кстати, 300 штук. И, возможно, именно ты станешь победителем этого розыгрыша. И вместе с нами отправишься на покатушку и будешь целый день кататься за рулем этой Баги. Если победитель находится в другом городе, я оплачу билеты туда и обратно в пределах 30 тысяч. Также оплачу трансфер с аэропорта и обратно и двухдневное проживание в гостинице. А также с меня шашлыки на покатушке, крутейший видос и хорошее настроение. Не упустите возможность прокатиться на самом проходимом внедорожнике Баги БТР. Вот доехали мы до этой лужи угловой. С правой стороны от дела нельзя стоять, у него там глушитель. Все выдавает сюда. Чего на свете лучше нету, чем на зиле мчать по белу свету. Новая песня, новый сингл. Я камеру измазал. Да пипец, ты стороны глушак и все время забываешь, что здесь. Надо Алексея, здесь нормальная дорога, здесь Алексея пускает. А потом мы вроде едем везде, да, пока? Заварка. Да, пока, да. Баги, по-моему, прилипло.
слева или справа? Вот слева будет нормально. Да, попробуем. Мне кажется, ты чем-то местным не угодил. Они тебе все время вперед-вперед, так и хотят это, намочить тебя сегодня. Уже вроде проходная. Сейчас посмотрим, как Юрка на зеле здесь зажгет. Блин, ну конечно грузовики, это такой кайф, блин. Когда вот такая машина огроменная пробивает такие препятствия. Да, все-таки рама у нее слабо крутится из-за вот этой распорки. Если бы ее поставить на шар, то она бы лучше бы так вот играла бы в этой плоскости. В кабине вообще не слыхать. Ты думаешь, что мой, наверное, да? Я думаю, блин, вроде не едет, что ли. А ты что, забыл завести его, да? Нет, я уже раз в 4, думаю, проеду лужу. Думаю, раз, он заглох как будто. А. Он же тихо работает. Потом заглушу, опять заведу, это, кажется, что, ну, глохнет. У Юрки, потому что здесь тарахтит так сильно, да? Что-то Олег там пристрял. Ну, да, куда еще? А что? Вы хотели куда еще проехать? Ту, а ту его куда? На перемотке назад едет. Привезем. А, он застрял что, да? Ну да, что-то там, не, ну сломался, я так не понял. Ну как селедка там в этой кабине, влево-вправо. Блин, жестко, да, подвеска да на зеле там прям пипец? Да вообще, караул. Мне кажется, туда можно, там же воздух есть, мне кажется, там можно подушки поставить. Конечно. Как вообще эти рессоры убрать, поставить пневматические подушки, все. Уровень пола, он можно еще его только... Я вообще все в листы выкинул, два поставил там, чтобы крестилось. Подушки, наверное, в лесу, наверное, представляешь, проткнешь ее веткой. Да никак ты не проткнешь. Не проткнешь, да? По 50, по 70 тонн, вот, ничего. А здесь-то? Слушай, да, прикольно было на подушках, да? Подспустил, мягко стало. Кошмар. Сначала они ко мне, потом я к ним. По всей кабине летаем вместе. Дим, о, телефон, телефон нашел. После дела руки уже не держат, да? Он на заднем приводе углубляет лужи специально. Катькову надо, где зеленый ЗИЛ не мог нигде проехать. А-а-а. Стой, стой, подожди, стой, подожди. Блин.
какая аэродинамика, раз и под ней прошел. Очередная лужица, решили померить ее. Не, не глубокая. Так, сейчас зелок раздаст, чувствую, прям Юрка настроен. Давай, Юрка, жги. Постепенно приближаемся к выезду, еще несколько луж, и все будет хорошо. Домчали мы до дома. Что хочу сказать, ЗИЛ сегодня ехал просто замечательно. Прошлый раз в тех местах, где он буксовал или бедился, в этот раз он ехал просто отличнейше. Протестили в очередной раз Димкины колеса, вот эти шестеренки огромнейшие. Нашли слабые места, теперь багги будет еще усиленнее, еще прочнее, еще лучше. Леха на УАЗике тоже ехал стабильно, хорошо. И, кстати, хочу сегодня отметить вот эту маленькую котлету Олега. В таком конфиге, на таком маршруте, с такими машинами, я считаю, что он ехал очень даже достойно, прям молодец, без блокировок, на прямых мостах, на 39-х колесах, вообще красавчик, вот лайкос ему. Ребят, спасибо, что посмотрели это видео, поделитесь этим видео с друзьями, чтобы помочь нам дальше расти и снимать новые видео. Поставьте лайк и спасибо за просмотр, всем пока!